Лето – время не только для отдыха, но и для интенсивных тренировок. Подготовку к очередным соревнованиям бойцы дагестанского филиала команды Eagles MMA проводят в Хунзахском районе. На одном из тренировочных занятий побывал мой коллега Курбан Рагимов. В двухнедельном сборе бойцовского клуба Eagles MMA задействовано порядка 50 спортсменов. Основной состав команды выступит на ближайших турнирах компании Fight Nights Global 4 и 29 сентября соответственно. У нас в прошлом году еще, когда вот открытый зал был, намерения были в Хунзах поехать на сборы. И вот как решили, да, в этом году приехать сюда. И тем более как раз получилось прямо перед турниром. Вот август, да, мест сбора, чтобы здесь проходили. Тренировочный лагерь расположен на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Такие занятия дадут бойцам много преимуществ, главное из которых – развитие выносливости. Здесь очень тяжело, в плане воздух тяжелый здесь. И когда здесь набираешь форму и спускаешься туда уже на равнину, там уже очень легко, здесь набираешь хорошую форму. И вот в последнее время все такие одни из самых, можно сказать, лучших клубов здесь делают сборы, Горец, команда Black Fighter. И вот мы тоже решили вот здесь сделать сборы. И нам это помогает наш клуб. Любые условия здесь есть. И спасибо команде. Хотел бы пользуясь случаем поблагодарить главу Хунзахского района Саида Исупова и, конечно же, нашего президента клуба и нашего спонсора Хучбара Хучбарова. Подготовка Курбана Омарова и Ахмеда Алиева вышла на финишную прямую. Обоим спортсменам предстоит в родных стенах в рамках Fight Night 73 в Каспийске проверить на прочность бразильских оппонентов Фабио Мальдонадо и Диего Брандао. Обстановка вообще отличная. Подъем 6 утра, отбой 10. Все в режиме, все отлично. Есть спарринг-партнеры, с кем можно поработать, побороться, побоксировать. Все условия еще тренироваться. Чтобы стать лучшим, тренируйся с лучшими. Солидный состав спарринг-партнеров и помощь квалифицированных тренеров. Здесь в одном зале тренируются чемпионы Fight Night, чемпионы мира по смешанным единоборствам и подающие надежды в боях ММА таланты. Уже начал подготовку 29 сентября. Исуби Инамото, все знают его. Сначала буду готовиться, в хорошей форме подойду и покажу зрелищный бой. Постараюсь выиграть. К сбору также подключились и спортсмены из других команд. Это бойцы из разных регионов России, а также представители московского клуба «Крепость». Двукратные чемпионы мира по ММА братья Хиромагомедовы, Гаджимурат и Гамзат сейчас сосредоточены на профессиональной карьере. Уже 19 августа младший из них, Гамзат, выступит в рамках ACB против бразильца Марсело Барбоса. Соперник у меня бразилец, он такой колхозник. Я не знаю, буду выцеливать его и стараться делать нокаут. Больше я ничего не знаю о этом сопернике. Так неплохой он. Я посмотрел его бои. Удары терпит. Такой выносливый. Борется. Грэплинг есть у него. Но я с ним бороться не буду. Я хочу поработать чисто в стойке. Тренировочный сбор команды Eagles MMA Дагестан завершится в конце недели. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджидадаев, телеканал ННТ, Хунзах, Хунзахский район.